Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы обратиться к поклонникам Зеленского, которые, может быть, и сейчас еще верят, что он есть приговор бывшей мародерской власти. Забудьте о том, что Порошенко ответит за все свои дела. Забудьте. 31 марта 2020 года Владимир Зеленский проголосовал при помощи своей ручной партии «Слуга народа» и партии ЕС и «Голос» закон о земле. Этим законом он подписал негласный пакт о ненападении на Петра Порошенко. Так что все ваши надежды, все ваши споры, комментарии и надежды на Владимира Зеленского, то, что он наведет порядок в стране и при нем будет улучшение, канули в лето. Никакой весны не будет. Весна отменяется. Посадок не будет. Можете забыть об этом и не вспоминать. Так что Владимир Зеленский сдулся. 31 марта 2020 года. Считают, что все надежды были тщетными. И самое главное, зачем вы топтали стадион? Владимир Зеленский, Петр Порошенко. Зачем вы топтали стадион, если вы есть одно целое? Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, высказывайте свое мнение. До новых встреч на моем канале.